Мангистауская область посетили фламинго. Около 1000 особей украсили собой озеро Караколь. Само озеро, на котором можно полюбоваться на экзотических птиц, является искусственным и возникло около 40 лет назад. Сейчас оно взято под охрану государства и является частью охраняемой территории Карагье-Каракольский государственный зоологический заказник республиканского значения. Розовые фламинго – жители тропиков и субтропиков. В Казахстане в основном встречаются на соленых озерах центрального Казахстана. Сами птицы достаточно осторожные и пугливые. Людей близко они к себе не подпускают. Стоит отметить, что фламинго – птицы достаточно редкие и в Казахстане занесены в Красную книгу.